фара в 800-м, 400-м. В скутере устроено следующим образом. Ну, здесь, короче, получается сама фара закреплена изнутри при помощи пружин. Ну и вот эта вот черная пружина, которая придерживает саму фару, посажена на соплеклей, как обычно. Нужно отключить саму фару. Там три контакта на ней, по-моему, трехконтактная, да, идет. Белый, красный и, по-моему, черный. Возможно, даже двухконтактный. Потом достать саму фару, раскрутить, будет плата с несколькими светодиодами. В принципе, если отключить разъем, который приходит на фару, и предохранители не будут сгорать, значит, проблема не в фаре. А если все-таки в фаре, то тогда фару либо под замену, либо уже скрывать, делать ремонт, искать микротрещины, грязь, возможно, вода, попадание.